Здорово. Сейчас мы разгонимся. DC, здорово. Приложение, ты сейчас стало плохо на iPhone работать, мне несколько раз приходится перезапускать, чтобы загрузилось. Не знаю, с чем это связано. Две Мираны, в принципе, хорошо. Два Вич-доктора, прям супер. Еще и Растик тут есть. Офлинга скип, но не буду ассасина даже трогать, пытаться. Я так понял, что иногда можно и хантерами поиграть. 30к в роли, но я бы брал, я бы играл. Иногда хантерами можно играть, все равно тут. Просто как минимум ты эльфа будешь пробивать. А эльфов рейтят, правильно? Спектра есть. Так, снова достаточно много всего дали. Меня не украдить. Не знаю, пусть так будет. Так, я даже не знаю, что делаю. У меня очень много дубликатов, я вижу. Очень много. Локерки, растики. Финики. Полетел, кожан, дорогой. Давай, что мы его возьмем? А вот так. Сыграем начало. Классико. Че антимаг тут? Но я пока... Пока без кожана сыграю. Одни дубликаты. Что с ними делать, непонятно. А тут еще этот пришел. Антимаг. Да. 3-2-1. Мог добить на самом деле. Успеть. Я низвергну всю магию. Антимаг. Антимаг молодец, как всегда. Могли побеждать это. Т20К играет ничью со 2 тинкером. С кем это интересно? Кто такой сильный? Кандис. Могила не для тебя. Слушай, да, вот такой, а с книгой, он просто с книгой. Троллей подержу чуть-чуть. И подержу, пожалуй. Джаггер тоже нормальная тема. Джаггера можно играть через... Наверное, вряд ли все равно. Можно его играть, но... Он не должен был в прошлом раунде хп засейвить. Ну, не засейвил, получается, минус Джаггер. Крейзи, добрый вечер. Ту-ту-ту. Вот, пошли, да, ребята тоже тут. Стой, раунд. Я не понимаю, Кандис играет не чью первый раз с книгой, а потом кому-то еще проигрывает. Десишки как раз в ответку, да? В ответку пришел. Лакост. А на этих тоже каких-то. Так, Твентин с антимагом. Он через левел. Не страшно. Хороший луз очень. Так, Петя на пристах играет. Надо бы с Петей договориться как-нибудь. Как правильно на пристах тут сыграть.
Мне бы ману дать, да. Кому-нибудь. Или наоборот не давать. Ну прям очень много, да, под Джаггера давало. Тиников всего вот этого. А, пандочка стоит, ну все четко. На пандочках пандочку уважают. Пока что антимага скипну тогда. Я могу вернуться к бога Джаггера на самом деле. Потому что это достаточно сильно. Ну и начало шмот, в принципе, хороший. И энигма есть. Mother Family Marsh Monopoly. Голду надо подкопить просто. Подкопим, подкопим голдишки. Дазл теперь. Почему так плохо? А теперь тени буду продавать. Раз у меня ничего не апается. А, проигрывать буду. О, бужим, чтоб потом ко мне зашел получше. А, он без маны. Десятка. Ужум в сорокете аж сидит. У него был стол, и он потом все продал. Престол сделал. Крипов вообще дефнет. Сорокетики. Лазер есть, да. Вот, все. Что я хотел. Петя Нигму ловит, сильно играет. Вот тут нормально. Представим, пожертвовал, и Нигму сейчас поймает. Так. У нас такая игра надежненькая, деф надежный. Сейчас посмотрим. Тут каких юнитов забирает. Бага вернулся. Готов к бою. Спасибо. Спасибо. Классико. Если я и так справлюсь, да? За иголой назначена награда. Виха, привет. Че изи тут? Два энерджи — это хорошо. Бесплатный бан эльфов. И в Джаггером сыграем. Ну а что тут еще делать? Обидно за одного Джаггера. О. Да хорошо. Мипа. Мипа в четвертом левеле.
Лаваш, привет. Он не успел добить тут. Хорош. Любой каприз за ваши деньги. Энигма все-таки прилетела, да? Готов к бою. Враги падут от взмаха моего меча. Я его не добил. Вот фикс вам в курсе, Миш? Нет. Изменений нет, 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 все еще не в курсе. Все 4 элема там с пандами стоим. Чилим. О, это можно было не брать. Шибочка. Драться скоро надо будет. Мужом войда собирает. Фоф. Здесь хотя бы одного кого-то добить. Тут 4 на это тяжело будет. Все там драться надо. Сколько там? Джаггернот готов к бою. Eyes up and shields front. Джаггернот готов к бою. God of War! Так, пока будет сильно проигрывая. Да. Нормально. Так, а Кеннис пошел в этого, в гоблина. Четыре Джаггера осталось. Четыре Тини, три Марса. Классико. Очень плохо. Ролла ужасная.
И один сапог. Йо, бой, привет! Враги падут от взмаха моего меча. Так, а что у нас два вайда получается у лобби? А, он, нет, он перета. Не-не-не, нормально. Ульфа пошел. Блин, разных атакуют. А, лутстрик продолжается. Пусть мы танга не получаем. Но деремся. А на поле там есть. А, вы, кстати, решили не собирать морфану. Это потому что все собирали. Пяти там морф в троечку идет. А если я 3 раунда смогу затерпеть, потом дролиться повыгоднее. Ну, вряд ли получится. Но... раз я сейчас выигрываю. Сейчас надо дролиться будет. 2 Марса доролить надо. И эльфа не мипа. И джаггера найти попробовать. Кого я побеждаю? Си там побеждал в прошлый раз. И все, да. Лакост Найт. С дуэлями. Да. Джаггернот готов к бою. Роллы хорошие. Враги падут от взмаха моего меча. Один тинин, да, нужен. Шанс. Ман. Да, морфа не подбирает, потому что нормально. Тоже, да.
Тут нормально должно быть. Очки закрыли, будем дораливаться, получается. Цельный мастерат играет, да, Паш, привет. Получается. Все, мне дораливать надо будет. Че, Петя нашел свой теника, нашел, да? Два морфа ему надо. Транквил бы сделал, здесь просто энерджи отдам. Транквил может помочь даже так. Нет, да, да, монополия. Пускай монополия будет. А как он успел? Почему он не нажимал, почему меня не хилил? О, Хантер побеждает. Троечки нужны. Ну, поле так себе, но... Левел мне хороший нужен. И не нужен. Четыре голды. Да. Да, на следующий левел просто фул богов поставлю. Ну, смотреть буду. Усилиться еще можно. Восьмой левел мне, по идее, да, нужен. И, кстати, там ВР-ка связкой поймала, хотя она не должна ловить. Под фул богами, да, будет на следующий ход уже. Классико. Интереснее будем стоять. Илья, привет. Ты сейчас будешь селедку и пужа искать? Ну, скорее тут левов делать. Но сейчас посмотрим. Раз я морфа играю. Селедку пуджа, кстати, вариант. Потому что бан-то хороший. Вполне вариант. То есть вот от этого отказаться условно. Троечку этого не будет. Селедка пуджа, это нужен 8 левел, также будет, как и вот это. То есть либо вариант селедка пудж. Но много голды требует. Посмотрим. А, ближе поставить. Инкер.
Морфа сложно будет собрать, да. Там у Пети Иванов ты три морф. А, у него уже поломалось что-то. Энигма вылетела. Или... Ну все, мне 8 левел нужен. Он мне мерзнет. Ну, если играешь с селедкой, то тебе Леон нужен. А если Лемов, то Нага выгоднее. Сейчас посмотрим. Штанга есть. Здесь я и так должен дефнуть. Идея. Ну, ролить как бы плохо. Класс, ко. Лучше выйти в левел. Лемов сделать. Шахшам, привет. Где переходник? Егор, здорово. На месте переходник, но там проблемки снова появились. Так, маска. Блин, транквил. Еще чейнмейл. Ну, элемов нету здесь фул. Но фул боги есть. Транквилы тоже есть. Не, все равно меня победил. Сейчас залыню тогда. 4 лема, 4 варлока. Сейчас я его буду пробивать. С подолынем. Так будет у меня. Thank you.
Жанчик. С шейкером. Классико. Саша, легенд командор, привет. Блин, он у меня ворока добил. Я его наоборот так поставил. Так, Петя мне морфа может замонополить, но ничего особенного, да, вроде как. Тимашка у него. То есть мне бы Энигму сюда, там варлоков каких-то, хать. То в двоечку просто закрыть. Антер с дозолем. Лапки Акира и Андиск. Очень странно. Вайда в Т3 нету, так что не страшно. Рипер не лучше тут был, не факт, что он бы работал, потому что монополия мне денег дала, чтобы я в левел вышел. Ну, плюс-минус так же, плюс я же стрики не сбивал никакие. Ну, монополия, согласен, не так много тут дает, но что-то она мне все равно давала. Вот тут зависит от перка, буду брать я Рубика или не буду. Ну, с нулем, слушай, надо взять, наверное, сейчас посмотрим. Варлоки или... Антера все хорошо. Мне я мультикаст могу взять, у меня тангусов много. И марш, наверное. Корона. Победа — это великая честь. Вижен. Дроли. Enchanted, I'm sure. One way follows another. Я несу искру смерти. Насчет Шрауда или Марша. Ну, Марш, скорее всего, все равно. Сейчас посмотрим. Я не всем проигрываю. Шрауд плохой, там монстров нету. А вот то, что я шмотки залутаю хорошие, мне это очень нравится. Владимир Павлович, привет. Так, Петю выиграл. Да, я Хантера уже сейчас пробиваю. Так что...
Нихера. Просто пробью. DC-шка. Еще непонятно, что выходит, но, скорее всего, пробиваю. Вайдаты 3 нет, то, скорее всего, у меня нормально все, но... Разные тут могут быть ситуации. Гоблина, думаю, деф с хантером рандом. Замерзнет, не замерзнет. Касочки сворвал. Тут рандом получается. Мне бы сюда дал золотой трик кого-нибудь еще. Имба была бы. Чуть-чуть не добежал. Классико. Ладно, проиграл. Страшно. Тут рандом. Тут тоже... Ага, ты тумор. Да, пить ему сильнее. Наника, привет. Питер Лак, привет. Называется трек, пропустил, сори. Да, я марш буду брать. Тут, я думаю, дефну его. Здесь карквар напнул. Можно смотреть, насколько это хорошо. С книга. Книга дракона. Я пока не хочу убирать. Тут я особо шейкера не боюсь, он и замерзнуть может. И, в принципе, у меня хил. Посмотрим. Алина, привет. Так, ну гоблина, я думаю, нормально дерусь. Гоблина. Снэпку сворвал. Снэпку сворвал, это хорошо. Энни, привет, вечер. Добрый. Так, мы будем дефаем. Петя на шауде. Думаю, мне дэмэджа должно хватать на шаунд. На зверей. Кузник пучины. Полетели вертолетики! Так сделано. А, ну бужун для меня легкий, по идее, этот оппонент. Просто как дальше, я тут буду крипов пытаться дефнуть. Вот 4 хп бужим, вылетел. Эти живет. Твентин так себе тут. Здесь я животного джаггера пытаюсь. Брать. Си сильный, да, уже. Он прям супер сильный. Ладно, у меня танго есть.
Надеюсь, так получится, Дефнет. Так, посмотрим. Он чтоб мерзли. Дека работает. Фильм, прости, что заруинил, все четко опять, ничего не заруинил. Победа, это великая часть. Не было руина. Абсолютно не было. Идеально, ну идеально на самом деле. Идеальный шмот так. Так. Против Хантера прям супер идеально, тоже Шива. Защитка и... Ну бабочка против Хантера ничего не дает. Против других. Твентин 3 кп. Кандис вылетел. Лакост вроде непонятно тут пока что еще. Нет, пробили все-таки. Живет еще крышка. Еще ставчики есть. Кузник пучины. Да. Не, здесь все хорошо получается. Пяти пробиваем Твентина. Но Твентина и Лема не действует. Им против нас выгодно играть. Тут да, Пять ее выбил. Много, много энергии, много всего. Могут быть проблемы. Тангусик сел на всякий случай, мало ли что-то резко произошло. По-моему, я дерусь.
Вот. Классика. Роль муков дед шаманы шейнигра. Ну тут сходу мана должна быть 80 маны. Тут сразу да, поэтому пусть тут будет сапог. Классика. Замерз. Вот это дефейс. Мне варлоки нужны под джаггера. Три нага и варлоки. Лента нету, да, у меня. Да, тут жестко. Классика. Классика. Рона линку да дает мне. Теневой, здорово, свин, спарк, зимой, рептилоид, малыч, здорово всем, Миша Сурин. Просто бук дам. Yeah,
Мне нужен Т2 Некрофос, Т2 Алхимик, чтобы у меня дум шел правильно. Да. У меня танго есть, но я там тратил. Так, 2 танго. Души. 5-6 варов поставим. Я поднялся из темнейших глубин. Вот так выгоднее должна быть. Так. Энигма варлок хороший. Варов поинтереснее, может быть. Не Т3 паш, не Т3 селедка. Все равно хорошо. Да, там у меня дефает. Нет. Новое плавание. Еще один аркуард. Ну все, проиграл так, ну ладно. Что тут сделать, я не знаю. Ответку поставил. Я нормально. Так. Лишний опять сел. Что я думаю, у меня есть. Падший вновь ступает по земле. Я разберу.
Темнота. Enchanted, I'm sure. Проклятие и кости! Принес я к вам в гости! Новое плавание! Анур, ты не разевать! Адмирал на борту! В принципе, с линкой я должен в порядке себя чувствовать. Наверное. Да, там я выиграл. У них, ну, у меня бабочка, у меня все есть. Энигма Т3. Не, здесь я себя супер хорошо чувствую. Да и тут, по-моему, тоже. Имба билд, ребят. Держу в курсе. Гагадиси. Хорошая разминочная. Можно даже пойти потянуться, размяться. Китайцев сейчас посмотрим. Кто доволен, ребят, только честно. Кто ожидал, что после 50-го раунда, на 50-м Рошан, а дальше, ну, такие все крипы, там слабые крипы, если будет.